Мажилисмен Артур Платонов сегодня обратился с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Роману Скляру по поводу резкого скачка тарифов на отопление. В столице и ряде городов Казахстана, в частности Темиртау Карагандинской области, жители получили квитанции, где суммы оплаты за тепло в два раза выше обычного. Парламентарий настаивает на жестком мониторинге коммунального тарифообразования и качестве предоставляемых услуг. Не предоставили четкого алгоритма произведенных расчетов реальной стоимости услуг. При этом в одних квитанциях рост на 20-30%, в других годовое увеличение оплаты за тепло почти 100%. Но гражданам заявляют, что повышения тарифов не было, фактически предлагая не верить собственным глазам. Учитывая главную задачу государственной политики – рост благосостояния казахстанцев, а не их расходов, прошу вас ответить на следующие вопросы. Производилось ли повышение тарифов с 1 января, в каких регионах, на что и на сколько?